сегодня мы хотим посетить несколько шлюзов и посмотреть обстановку вдоль Мазурского канала. А наш маршрут начнется от старого бывшего немецкого города Оленбурга, ныне Дружба, поселок Дружба. И сегодня мы хотим посетить крупное величественное строение немецкой эпохи, а также найти бункер, который я нашел на карте Викимапе. Он отмечен, но я там не был. Итак, я напомню, мы продолжаем искать немецкий бункер, который нашли благодаря картам Викимапе. Небольшая реклама. Сейчас мы проделали путь от Костромино 2 до следующего поселка Костромино 1. Это были бывшие названия, бывшие немецкие поселения и усадьбы Наймюль и Картмедин, соответственно. И сейчас мы надвигаемся прямо по вот этой дороге в сторону лесов и полей. Углубляемся вдаль, скажем так, в поисках бункера. Осталось километров 5, наверное, 4,5 километра, может быть так. Встретили развилку, уходят в разные части. Мы недалеко находимся от шлюза номер 3, Гросс-Алендорф. Но снимем его попозже, на обратном пути, потому что дорога раздвояется. И по одному пути она нас выведет, то есть вдоль шлюза, он по той стороне проходит. А это нас не старая немецкая дорога с бывшего селения Гросс-Алендорф должна вывести к бункеру, которым мы, собственно, и ищем. Итак, время у нас... Так, время у нас 14:35. Идем мы больше часа уже. Прошли примерно... Сколько мы? Километра 3-4. Около 4 километров прошли. Увы, разочарование. В бункер мы не попали и не попадем, потому что, оказывается, оказалась запретная зона, что-то там занято либо военными, либо кем-то еще, каким-то, может, учеными. Разработки, наверное, какие-то идут. В общем, нас не пустили на развилке дорог, которая должна была идти к бункеру. Значит, мы далее двигаемся в сторону шлюза Гросс-Алендорф. Жаль. Вот мы пришли к шлюзу Гросс-Алендорф, в другом на карте называется шлюз 3, Александровка. Сейчас вы видите масштабное величественное сооружение времен Великой Отечественной войны. Это все. Это очень большие размеры. Высотой, наверное, 4 или 5 этажный дом.